Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. И сегодня я спешу вас обрадовать. У нас снова есть возможность получать китайские посылки с нашего любимого Алиэкспресса. Посылки приходят в нормальные сроки, то есть сервис работает на полную мощность, никаких задержек нету, все происходит замечательно. Вот даже здесь я могу вам прочитать, скорее всего, вы не видите, здесь стоит 26 августа, отправлена была посылка сегодня 16 сентября, я посылку уже получила. И сейчас мы вместе будем ее распаковывать, так что не переключайтесь. Давайте посмотрим, что же мне прислали в этот раз. В общем, вот так выглядят мои приобретения. Чуть-чуть пошуршу. Все сложено по отдельности. То есть этот заказ я делала в одном магазине специально для того, чтобы все у меня пришло в одной посылочке, чтобы не размазалось по разным отправлениям. Так, ну давайте начнем. Вот смотрите, как запакованы здесь. Здесь у нас колоски. То есть колоски завернуты были вот в такую предохраняющую пленку с воздушными ячейками. Так, чтобы не шуршать, я сейчас убираю пакетики. Между прочим, когда я заказывала вот эти вот колоски, по фотографиям непонятно было, что это такое. Я думала, что это что-то искусственное, но, как я вижу, это натуральные засушенные колоски. То есть надо им, видимо, дать как-то отлежаться, чтобы они расправились, задышали, и думаю, что все это будет хорошо выглядеть в дальнейшем. Так, это тоже натуральные колоски. О, замечательно. Пришло все без повреждений, все вот в том виде, видимо, в котором нигде ничего лишнего не осыпается. Так, дальше. Опачки. Между прочим, я заказывала тюльпанчики разных цветов, расцветок. Надо будет посмотреть еще раз заказ. Но, по-моему, я заказывала разного цвета тюльпаны. Вот посмотрите, как они выглядят. Достаточно неплохо, в принципе. Похоже прям на настоящие. Я бы сказала, точно так же им надо, думаю, полежать, немножко подышать. Но если вблизи, конечно, присматриваться к листьям, тут не совсем аккуратные края, и уже будет похоже, конечно, что это не настоящий. А вот если вот так смотреть, да, тюльпанчики, посмотрите, по-моему, они выглядят неплохо. Ну что ж, надо будет посмотреть на сайте, какие тюльпаны, какие расцветки я заказывала. Насколько я помню, я заказывала тюльпанчики разных расцветок. Прислали, видите, один оттенок. Ну, можно поспорить, конечно же. Либо я не помню, либо это все-таки косяк китайцев. Ладно, я подумаю еще, что с этим делать. Так, следующий букетик. Ну, мне очень даже нравится. Неплохо смотрится, посмотрите, какая прелесть. Вот точно так же это все немножечко полежит, расправится, распрямятся все листики, бутончики выровняются. Замечательный букет, мне очень нравится, посмотрите, какая прелесть. И цвет, расцветка тоже нравится. Так. Точно так же, я не помню, какие оттенки я заказывала, надо будет свериться с моим заказом. Ну, в общем, вот этот вот, вот эта веточка тоже неплохо выглядит. Но это один и тот же артикул, только в разных цветах. Почему-то такие близкие оттенки. Не помню, в общем, что я заказывала, надо смотреть. Так, и это у нас розочки. Сейчас открою. Так, это три ветки роз. Ну вот, в принципе, посмотрите, у них даже
Ветки выглядят как настоящие. Правда, тут вот листочек отвалился. Надо будет посмотреть. Может, его можно вернуть на место. Так, ну и сами розочки вот такими веточками. То есть тут бутончик и роза. Опять же, конечно, это все при транспортировке помялось, но в принципе выглядит, посмотрите, достаточно естественно. То есть мне нравятся неплохие цветы. Вот такой вот кремовый цвет. Это, ну, что-то типа чайной розы. Очень красивый цвет. Да, и вот такие припыленные оттенки. Посмотрите, все. Нет, я бы сказала, одна другой краше. Мне нравится. В общем, это все у меня немножечко сейчас. Так, вот еще один листочек отпал. Буду искать, куда его вернуть на место. Вот, ну, в общем, как это все выглядит, меня устраивает. Так, ну еще вот такая вот веточка. Я не знаю, что это. На эвкалипт похоже. Ну, в общем, просто вот такая зелень, да. Куда-то так же положить в уголок. Ну, этой веточке тоже нужно прийти в себя после вот такой долгой, трудной дороги. Ну что ж, по качеству мне все очень понравилось. Все цветы внешне выглядят отлично, и вы сами это видите. Хочу еще сказать по поводу запахов. Никаких запахов нет, кроме, ну вот у тюльпанчиков есть такой легкий, ну я бы сказала, ненавязчивый запах. У остальных цветов запаха нет вообще. Вот, и я думаю, вот этот запах сейчас очень быстро выветрится и не будет никаких запахов. Вот, то есть покупка, я довольна полностью, с радостью могу порекомендовать вот эти вот цветы, этот магазин вам. Так что если вам нужны цветы для фотосессий, переходите по ссылке, ссылка будет в описании. Без всяких сомнений заказывайте, не бойтесь, вообще цветы классные. Ну а я на этом с вами прощаюсь. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Не забываем поставить лайки, подписаться на канал, поделиться этим видео, написать комментарий. Короче, все, что необходимо. Так что к нам вернулась возможность заказывать в нашем любимом магазине AliExpress. Не переживайте, все заказы приходят, приходят вовремя. Ссылка внизу. Все, с вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока!